Новостным фоном для 24-й Генеральной Ассамблеи Всемирной Организации по туризму, проходящей на этой неделе в Мадриде, стало появление нового варианта коронавируса. Но и без него повестка дня первого очного собрания представителей туриндустрии, в котором принимают участие 84 профильных министра, среди тысячи делегатов из 135 стран посвящена последствиям пандемии. В Мадриде должны утвердить кодекс правил по обеспечению безопасности путешественников. Кодекс позволит дать гарантии людям, которые сталкиваются с повсеместным закрытием границ и могут оказаться в затруднительном положении в другой стране. Он должен дать им гарантии того, какую базовую помощь они получат, на каких условиях, кто отвечает за ее предоставление, правительство, туристические компании, как они координируют свои действия друг с другом. В повестке дня также устойчивое развитие туристического сектора и его цифровизация. Нам будет очень интересно узнать здесь, на Генеральной Ассамблее, каковы новые тенденции в нашем секторе. Что хотят делать путешественники после пандемии? Хотят ли они более неспешного туризма, спокойно исследовать природу, избегая массового скопления людей? Мы, туристические агентства, инвесторы и государства, должны учитывать эти новые тенденции и разрабатывать грамотную политику. Еще один вопрос, который обсудят участники Генассамблеи в Мадриде – как путешествовать, не способствуя загрязнению окружающей среды? Как сохранять биоразнообразие? Мы должны еще больше руководствоваться такими принципами, как устойчивое развитие, солидарность и инклюзивность не только социальной, но и экономической, культурной и экологической точек зрения. Пандемия показала нам, что туризм оставляет глубокий след и влияет на уровень жизни целых стран. Во Всемирной организации по туризму обеспокоены появлением омикрона, который может перечеркнуть наметившееся было восстановление туристического сектора. Здесь убеждены, что закрытие границ и отмена рейсов из Африки не решат проблему. Необходимо разрабатывать совместные меры, чтобы и дальше противостоять пандемии. Передает из Мадрида наш спецкор.